прошел второй отборочный этап Республиканской олимпиады «Эканат». В нем от области Абай приняли участие 203 сельских ребенка. Всех детей, прошедших в финал, ждет трехлетняя программа постолимпиадного сопровождения, куда входит подготовка к успешной сдаче ЭНТ, поступление в лучшие казахстанские и зарубежные вузы, а самое главное – курсы по повышению конкурентоспособности сельских учеников. Цель фонда «Эканат» – повысить мотивацию сельских школьников к обучению, открыть регионам путь к достойному образованию. Фонд действует при поддержке Министерства образования Республики Казахстан. В целом этот фонд отличается от других тем, что в нашей олимпиаде могут участвовать только дети из села. Во-вторых, наша главная цель – дать возможность детям сельских округов поступить в лучшие высшие учебные заведения мира и страны. Попечители фонда являются своеобразными ролевыми моделями для сельских детей. Каждый из них имеет свою историю, сталкивался с различными жизненными преградами. Но то, что они хотят поддержать село, район, область и дать сельским детям возможности наравне с городскими детьми, достойно похвалы. На республиканскую олимпиаду отбирается 100-150 детей из сел Казахстана. После этого около 70-80 детей остаются получать образование в данной школе, то есть обучение с проживанием. Остальные дети зачисляются в фонд. Их работа продолжается. Они приезжают 1-2 раза в год во время каникул. Сейчас строятся корпуса общежитий, где дети смогут получать дополнительное образование. В отличие от интернет-конкурса, все этапы олимпиады проводятся в условиях традиционного сбора участников. Только так можно добиться академической честности в оценке каждого участника. И только живые встречи дают ребятам возможность познакомиться со сверстниками, найти наставника, расширить свой кругозор. Я думаю, что «Эканат» дает много возможностей сельским детям. Качество их образования очень высокое. Школа для сельских детей предоставляет возможность строить путь к светлому будущему. Здесь очень интересно. Знакомимся с новыми детьми, находим новых друзей. Мне нравится в «Эканате» то, что это большая возможность для сельских детей. Масштабы «Эканат» велики. С каждым годом появляются новые попечители фонда, инвестируют деньги в будущее сельских детей. С каждым годом увеличивается количество школьников, участвующих в олимпиаде «Эканат». В этом году в первом туре участвовало более 40 тысяч восьмиклассников. В областном туре приняли участие более 8 тысяч учащихся. Талшын Шакыртхан, Елжан Макзумов, телеканал «Семей».